Доброе утро, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня пятница, 26 августа. И это очередной ежедневный обзор по основным валютным парам. На экране у нас пара доллар-франк. Что я хочу сказать сегодня по поводу этой пары? Повторюсь, что, как я и предполагала, еще позавчера сказала, что недельный тренд разворачивается вверх. Я ожидала даже чуть-чуть, что мы пойдем, ну, позавчера еще ниже, но прямо оттуда, откуда я говорила, мы развернулись и пошли вверх. Хотя, если взять, вот посмотреть, я сделаю меньше, вот пересечение показала прямо в тот же день. Но я думала, что мы сюда дойдем, но, видите, не пришли, не протестировали прямо отсюда и пошли дальше вверх. Сегодня тренд у нас дневной тренд у нас восходящий, но пока мы идем вниз, хотя тренд у нас восходящий. Идем вниз, вот идем тестировать, я думаю, что вот эта линия месячная, идем ее тестировать, и разворотную линию дня. Ну а здесь я вполне допускаю, что мы можем отсюда, так как тренд у нас восходящий, мы можем дойти либо сюда, либо спуститься еще до разворотной линии дня, это где-то 0.965.40. И отсюда, посмотрите, потому что цель у нас вот где. И отсюда пойти дальше вверх, либо сначала сюда 0.969.69. Вот, ну и дальше закрепимся здесь выше чуть-чуть, значит, пойдем дальше тестировать. Вот тоже линия месяца, ну пока у нас месяц вниз, пойдем дальше тестировать вот этот уровень 0.972.61. Вот такие у меня ожидания на сегодня. Вы видите, что на 30 минут, как вот у нас тоже уровень сопротивления, который, вот видите, столько его объем. Не смогли задержаться. Извините, у меня телефон зазвонил. Не смогли задержаться и все-таки не пробились, то есть не закрепились выше и пошли вот вниз. А дальше, если я говорю, от разворотной линии дня мы закрепимся здесь, значит, пойдем дальше вот сюда вверх, 0.969.12 и так далее по ступенечкам. Вот, в принципе, это такие ожидания на сегодня, 26 августа, по доллар-франку. Я благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Я думаю, они вам будут признательны. Я, в свою очередь, прощаюсь с вами до понедельника. Пока!